Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенка. Глядіть у гэтым випуску. Готовность номер один. На гэтым тыдні господарки в області планують завершить подрыхтовку до масового жніва зернеуборочной техники. Чарговые факты об трагедии у Чонковском лесе. Новые знаходки служат необвержным доказом на умысного знищения нацистами славянского насельництва. Коли Беларусь не только в ратовании, але и другая родима. 34,5 тысяч громадян Украины пересекли белорусскую границу с початку российской спецоперации. А зараз об этом и іншим больше подробязна. На гэтым тыдні господарки в области плануют завершить подрыхтовку до массового жніва зернеуборочной техники. Зараз до работы на палетках готовы 77% комбайнов. Разом с тем, коли у одних сельскохозяйственных предприемствах значную участку ремонтных работ выконали еще летось, то у некоторых яны почалися только на минулым тыдні. Ситуацию вывучали наши корреспонденты. Ксуп Новозяньковский специалисты комитета державного контроля наведывали у середине минулого тыдня. Тады комбайны только перевезли до места проведения ремонтных работ. У господарцы чакали необходимые запасные частки. Сегодня ситуация иншая. На приконце тыдня у Новозяньковским плануют запросить представника Держтехнагляду и отримать документы на дозвол эксплуатации машин. Покуль двух. Ремонт третьего комбайна потребует больше часу. Так как не было запчастей, поэтому... Ну, сроки не так уже и поздние. Я просто понимаю сложность этого ремонта. И сейчас вот получили запчасти, и в течение недели мы их подготовим полностью. Сегодня, посещая уже хозяйство, видим, что процесс пошел, ремонты идут, запчасти появились. И, в общем-то, понимаем и рассчитываем, что они к началу уборочной подготовят технику и войдут в уборочную вместе со всеми. У акционерном товаристве «Отор» ситуация супрацлеглая. С 8 зернеуборочных комбайнов 4 могут выйти на палетки уже зараз. На остальных засталася сборка дробных вузлов и регулировка. Практично все работы выполняют местные специалисты. Кажуть, что проблем с запасными деталями нема. Тем больше, что значную частку необходимого набыли еще летось, когда начинали подрыхтовку техники до наступного жнива. Частично, значит, что успели, сделали в прошлом году, ну и уже начали в этом году. Заканчиваем. Все ремонты мы производим своими силами. Ну, если только узлы, допустим, двигатели, то можем производим ремонт на моторемонтном предприятии. А все остальное делаем сами. Подчас приезду нашей сдымочной группы у акционерном товаристве «Гомель Абл Агросервис» завершали капитальный ремонт зернеуборочного комбайна с Рахачевского района. Машина отпрацевала на палетках 13 сезонов и, по сутности, пришла у непригодность. На предприемстве полностью заменили электрообсталявание, поставили новый рух рухавик и навык усталявали кондиционер. Зараз на Гомельщине реализуется программа по обновлению комбайнов, которые имеют свышнормативный термин эксплуатации. Коли машина не подлегает капитальному ремонту, у работу будут взяты ее особные узлы, которые еще можно использовать. Оставшиеся узлы-агрегаты восстанавливаем капитально их и пускаем их в оборот. Либо же как вторичный рынок перепродажа, либо же идет как обменный фонд. Это очень важно в период уборочных работ, когда хозяйство, если случилось такая выход из строя какого-то узла агрегата, приехал на ремонтное предприятие, взял обменный фонд и буквально в течение определенно небольшого количества времени все это восстановил и пошел в работу. Сегодня у господарка Гомельской области находится крыху больше, як 1000 зернеуборочных комбайнов. Частка из них уже на палетках. У регионе началось жнево зимга ячменю. Разом с тем, этот сезон будет непростым. У среднем каждая машина повинна убрать до 350 гектаров зерневых. Снизить нагрузку повинна допомогчи 100 новых комбайнов, которые обещает поставить Гомсельмаш. Поставленные задачи будут выполнены. Все для этого есть денежные средства. Люди уже частично освободились от кормозаготовки, потому что мы знаем, что механизаторский состав – это один и тот же на сегодняшний день практически. Убрали травы, положили сенажи, сейчас дошлифовывают ремонт техники и будем готовы к уборке. Оптимальный термин уборки зерневых 25 дён. По сути, это подведение выников працы на протягу года, урожайности воловы сбор, показчики, по яких можно мерковать об поспеховости сельскохозяйственного предприемства. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».
Черговые доказы у справе об геноциде белорусского народа. Новые находки у Чонковском лесе, что под Гомелем, служат необвержным доказом на умысного знищения славянского насельництва. Подробязности у сюжете Жанны Мининой. Год тому в Чонковском лесе выявили пахование мирных громадян. Масштаб и находки без перебольшивания усколыхнули всю Украину. Уже знойдены необверженные доказы зверства фашистов супрацмирного насельництва. Работа по выявлению новых пахований не спыняется ни на хвилину. В нынешнее время обнаружили еще две новые расстрельные ямы, на которых сейчас идет работа. Уже обнаружено большое количество сопутствующих находок, именно подтверждающих, что это гражданское население. Продолжаем работы на поисковом объекте. Площадь лесного массива прорабатывается сантиметр за сантиметром при помощи специального оборудования. Вывучение актов Надзвычайной державной комиссии по установлению и расследованию злочинства у немецко-фашистских захопников, рассекреченных Украинской ССР, свечит об том, что женщин с грудными детьми и старых прогоняли у Гомель с города Шорс, Черниговской области. Подчас раскопок на месте пахования были знайдены речи, которые подтверждают эту версию. С учетом добытых нами находок, которые нам однозначно, конкретно дают основания полагать, здесь именно вот эти мирные люди и покоятся. Допомагают на раскопках курсанты пошукового клуба «Пунцовые погоны». Подлетки разумеют важность подей, которые отбывались в годы Великой Отечественной войны. Праца в Чонковском лесе своего рода громадская позиция сумленных патриотов. Замест летнего отпочинку и забав с одногодками, они допомагают обновлять историчную правду об минулым своей родимы. Время, когда была война, очень пугающе. И сейчас никак не хочется, чтобы оно повторялось. Находки, когда я нахожу, это, конечно, очень тревожно, но в то же время и радостно то, что вот мы поднимаем память, мы показываем как бы то, что вот оно настолько было страшно, чтобы люди берегли мир и не допускали подобного, что было. Трагедия Чонковского лесу запомнится детям, как наиважнейший урок истории. Яны побачили всю правду на власные очи. И тому николи не станут ахвярой тих, кто наманается провести ревизию трагичных подей 20-го стагоддзя. Важность поисковых работ переоценить очень сложно. Я, как учитель истории, прекрасно понимаю, что никакой, даже самый лучший учебник, написанный самыми маститыми педагогами либо учеными, никогда не заменит практики. И оказавшись здесь, на территории полевого лагеря, они получают настоящий заряд патриотизма, который пронесут через всю свою жизнь. Дети, внуки этих подростков будут знать о том, что они когда-то собственноручно помогали батальону в расследовании вот этого уголовного дела, возбужденного прокуратурой. Раскопки у Чонковском лесе будут протягнуты. По загадках экспертов, тут похована около 4000 человек. Усе находки из места раскопок передадут у музей, где они станут молчаливым напомином об геноциде белорусского народа. Жанна Мінина, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Коли Беларусь не только воротование, але и другая родима. 34,5 тысяч громадян Украины пересекли белорусскую границу с початку российской спецоперации. Основным местом размещения беженцев и часовых переселенцев с зоны боевых деяний протягивает заставаться Гомельская область. Семьям допомагают найти дах над головой. Шмат кто поспел оформить документы и выйти на работу. Ну, утром стреляли в соседнем селе. Яна так и не переодолее себе и не сможет поведать про то, как под обстрелами покидала украинскую вёску. Литерально пробиралась до белорусской границы праз руины и спаленные автомобили. Все это у свои 14 годов. Дома Мария покинула все – свой покой, сябров и навод кошек, яких вельми хотела забрать с собой, але не отрымалася. Это который ваш домашний? У нас их 5. И они все нас до моста продолжали. И ушли обратно. С початку военных деяний Алена Варкушина и ее две дочки покинули Бучинский район у Киевской области и накировались у бок Бородянки. Там сидели до опошнего, покуль не скончились продукты. Урешти по зеленым коридоры добирались до Чернобыля и оттуль у Беларусь. На Гомельщине яны с початку опынулись у одним санаторию, с его семью забрали у Добруш. Предприемства, волонтеры и просто необыяковые люди. Одразу пошли допомагать, чем могли. Благодарность им привезли нам микроволновую печь. Это в первый же день, как они только приехали. Самое, что мы нуждались, это был холодильник. Нам привезли его, лялечку нашу.
Алені пропонували роботу. В Україні вона працювала у клінінговому агентстві. Тут знайшли подобну вакансію. Спеціаліста по комплексній уборці домовладанняв. Виділили жилье у інтернаті. Молодша дочка хутко почне наведувати секції, а з 1 вересня відправиться у нову школу. Мама завжди говорила, поїхати би до батька. Ну, у нас завжди для нас він був батьком. Даже мы, когда здесь были, у нас российские войска стояли на 8 марта. Я говорю, мальчики, говорю, куда нам выбираться? Я говорю, мы хотим до батька. Он говорит, чуть-чуть, говорит, подождите, что-то решим. Много чего для нас сделали. Поддержка, конечно, была вообще супер. Наймальниками Гомельской области у Агульно-Республиканский банк вакансий заявлено 12 тысяч працовных мест. Претендовать на их однольково с белорусами могут и беженцы из Украины. Некоторые працедавцы навод специально выезжали у санаторий, как забрать до себе у районы семьи с детьми. На сегодняшний час абсолютно у всех украинцев, которые не имеют тут родных, расселили по райцентрах и агрогородках. Все мы люди чувствуем одинаково и боль какую-то, и горе людское, и когда это ситуация возникла, я не раздумывала ни минуты. Всех, кто хотел к нам приехать, мы всех приняли. Есть возможность, мы сами готовы обучить. Вот если люди захотят какую-то другую квалификацию, мы готовы обучить. У нас центр есть ЖКХ в Гомельской области, учебный. И повысить там им какой-то разряд, тариф. С конца лютого в Беларусь прибыло свыше 34 тысяч громадян Украины. Истории у них разные. Агульная – люди бегли от голода и разрухи, шукали лепшего життя для своих детей. И, сдается, знайшли. Многие уже поспели адаптоваться. У Гомельской области каля 200 человек отримали специальные дозволы. Оформление у штат при этом по спрошенной схеме. Официальное працелодкование, в свою чергу, гарантует отримание дозволу на часовое проживание у Беларуси альбо вида на жихарство. Мы не можем не помогать своим братьям, живущим рядом с нами, за нашими границами. Поэтому всем людям, которые приезжают и которые изъявляют желание трудоустроиться, естественно, мы оказываем содействие. Ну и, соответственно, для того, чтобы им было более комфортно это все переносить, переезды и так далее, соответственно, подыскиваем такую работу, где бы было обязательно жилье. Ну а когда человек уже трудоустроился, он чувствует себя социально защищенным. За 8 годов с початку украинского узброенного конфликта у Беларусь прибыли больше за 160 тысяч громадян соседней краины. Яны занимают первое место сирот особ, которые ходатайничают об дозволе статуса беженца. И белорусы робят все, как украинцы отчували себе тут комфортно. У семьи Варкушиных у этом упевнились. Услед за мати на работу запросили старейшую дочку. Марина Васильева, Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке АНТ. Навальницы и короткочасовые дожди чекаются у регионе завтра, поведомили у филиале «Гомель-Аблхидромет». У вторник 5 лепеня будет переменная облачность. Местами пройдут короткочасовые дожди с навальницами. У ночные и ранние годины у особных районах магчимы слабый туман. Ветер неустойливый 3-8 метров за секунду. Температура по ветру ночью в складе 14-19 градусов. Днем будет вагаться от плюс 28 градусов до 31. У связи с чем синоптики обвестили оранжевый уровень небезпеки. На контроле сфера санаторно-курортного лечения и оздоровления насельництва. КДК Гомельской области проводит горячую телефонную линию. Звернуться по хвалючих питаниях можно на протягу этого працовного тыдня с 9 до 13 и с 14 до 18 годин. Номеры для сувязи 23-83-68 и 23-83-85. Специалисты уважливо выучат каждое поведомление. При необходимости будут приняты відповідні меры реагування. На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до новых встреч у эфира.